Всем здорово, меня зовут Олег, aka Light. Сегодня мы будем рассматривать идеальную ручку для новичка под названием Buster CIL. Начнем с названия. Почему Buster, почему CIL? Кстати, меня часто забавляет, как многие говорят Seal, Sals, Cil, Sul, как только не называют. Это CIL. Называйте так его, не ошибетесь. Почему CIL? Потому что основа от Crayola Super Tips, название как раз таки, ну, фирмы производства Crayola, то есть CYL. Вот оттуда и название. Когда Spinner Pim придумывал эту ручку, то ничего оригинальнее, ну нет, не скажу, что это не оригинально, по сути, все моды пенспиннинга так и придумываются из названия запчастей, которые использованы при создании. Почему бастер? Потому что на нем, в принципе, легко делать басты. Но так как я их особо делать не умею, так что от меня вы не увидите. Из чего он состоит? Основу сказал. Crayola, Super Tips, колпачки у нас от Комсы. Кстати, Crayola-то бывает, не сказал, вот, бывает она белая, а бывает она черная. Вот, здесь уже простор начинается для кастомизации мода своего. Можно сделать, допустим, основу черненькую, колпачки белые, здесь все черное сделать. И уже будет такой черно-белый мод спецэффект. Прикручение, спин-эффект, прикручение будет уже совсем другой. Вот, колпачки от Комсы, как уже сказал, Комса бывает разноцветная, это обычный фломастер. Опять же открываются новые возможности для кастомизации. Вот, например, здесь у меня розово-голубой. Да, что Минова тоже крутил розово-голубым ВТ и выиграл, ничего здесь такого нету, так что это не девчачья разведка, не отнюдь. Вот, дальше идут резиночки, вот эти черные у меня, они от Anyball, можно поставить, в принципе, любые. Можно вообще без них, как оригинальный сделал Spinner Pim. Вообще он сделал без ничего, ни вот этих колечек металлических от Airfit не было, просто белый мод и серебряные сопла. У меня они золотые, мне просто так нравится больше. Резинка вот Airfit тоже. Ну и сопло тоже от Airfit, как я сказал уже. Почему Buster CIL это идеальная ручка для новичка? И вообще она идеальная ручка, по моему мнению, для пенспиннинга, потому что создатель знает толк в пенспиннинге. Если вы не знаете, кто такой Spinner Pim, то ссылка внизу в описании на статью про него у нас есть на сайте. Довольно интересно почитать, узнать, кто он такой, откуда и зачем. Вот, он знает в толк пенспиннинге, поверьте. И создав эту ручку, он сделал большущую такую услугу всему пенспиннинг комьюнити по всему миру. Вот, она действительно сбалансированная, имеет идеальный вес 20 грамм, длина 20,5 сантиметров. Что еще? Нет, не пишет она, естественно, как и нормальная ручка для пенспиннинга, она не пишет. Ощущения приключений достаточно мягкие, плавные, ручка крутится довольно-таки приятно. Здесь на ней можно отрабатывать как и харды, так называемые всякие там continuous трюки, air трюки, которые я, в принципе, не умею и не учил даже никогда. Но если вы новичок и даже не знаете, что такое харды, так что не парьтесь, эта ручка все равно для вас. На самом деле, если у вас даже нет ни одной ручки, и вы думаете, что купить такое для начала, вот она, вот ответ для вас. Buster CIL – это идеальный вариант. Он сбалансирован, он вообще крутой. Просто выбирайте любимый цвет и покупайте. Цена доступная, у нас в магазине можете взять. Или взять у нас, кстати, сеты продаются, ну, наборы для создания, если вы хотите сами создать. В принципе, ничего сложного, там у нас же опять на сайте есть тутор, то есть, ну, инструкция по сборке, там,
буквально там в несколько шагов, и видео, которые есть, не запутаетесь. Вот. Это тем, кто хочет сэкономить на готовом моде, можете просто взять набор и собрать сами. Ручка must have. Просто она есть практически у каждого в коллекции. И особенно если вы новичок, просто берите ее и все, и радуйтесь. Если не знаете, какой цвет выбрать, то берите белый, он идеально подходит для всего. Здесь вот у меня белый цвет, но можно, в принципе, убрать и вот так вот покрутить. Спин-эффект, конечно, довольно-таки другой сразу становится. Всякие инфинити там, то все. На этом все. Спасибо, с вами был Олег, aka Light. Ставьте лайки побольше, побольше. Подписывайтесь на канал, кто здесь впервые. Покупайте эту ручку, радуйтесь, крутите, и будет вам счастье. Спасибо, пока.